обезвреживает эффект. Однако человек до сих пор планирован не был. В 21 веке медицина сделала огромный скачок развития, что делает возможным безопасность планирования человека. Сегодня мы с вами ставим интересный эксперимент. Добро пожаловать в нашу лабораторию. Александр, скажите, а что такое клонирование? Клонирование – это получение генетически идентичных особей взрослого организма. А какие виды клонирования существуют? Выделяют три метода клонирования. Первый называется расщепление эмбриона. Это разрезание эмбриона на половинки или четвертинки. Но недостатком это является то, что больше чем на четыре части разрезать эмбрион не удается, да и выживаемость четвертинок очень мала. Второй метод основан на пересадке ядер эмбрионов в инкубированные клетки. Но тут же невозможно предугадать, как будет выглядеть взрослая особь и будут ли клоны абсолютно идентичны по внешнему виду. Третий метод заключается в переносе соматического ядра в яйцеклетку, лишенную собственного генетического материала. Насколько я знаю, знаменитая овечка Долли была клонирована именно этим методом. Да, действительно, и после клонирования она прожила еще целых 6 лет, что определенно говорит об успехе эксперимента. А какие разновидности клонирования существуют? Существует две разновидности клонирования. Первый – это терапевтическое клонирование, например, клонирование органов человека. Оно может быть использовано в медицине для преодоления болезней, ранее считавшихся неизлечимыми. Но сегодня у нас будет репродуктивное клонирование. В связи с популярностью саги «Сумерки» мы решили клонировать одного из главных персонажей Джейкоба Блэка. А теперь еще один эксперимент, только уже с учеником школы 1259. Сейчас мы видим сравнивать дыроводы, клонирование. Я думал, эксперимент уже завершен. Вот его результат. Сегодня мы проводим уникальный эксперимент – двойное клонирование. На этом наш эксперимент закончен. Стоп! Снято! Слава! Sex bomb, you're my sex bomb.